В 2007 году после рождения дочери Началова увеличила грудь. Специалисты пытались убедить певицу в том, что такое количество силикона вживлять опасно. Но Юля не послушалась и нашла хирурга, который провел операцию. С новой грудью она улетела в Америку. В самолете силиконовые импланты лопнули. Это был ад, конечно. Я прилетела в Москву, села практически в этот же самолет и полетела обратно. На операционный стол, и операция шла еще 5 часов. Врачи буквально вернули певицу с того света. Но на фоне заражения крови у Началовой развилась подагра – болезнь суставов. Певицу мучили страшные боли, а таблоиды все чаще публиковали фотографии ее опухших рук. Судиться с хирургом, который вставил импланты, было бесполезно. Ведь Юлю предупреждали о возможных последствиях. Попытки довести внешность до идеала привели к трагическому финалу. В 2019 году Юлия Началова скончалась от сепсиса, который начался от небольшой ранки на ноге.